привет! Сегодня у нас 10 января. Мы едем на наш рынок, который самый большой на Кавказе. Мы хотим купить там шубу. Мужскую кожаную шубу мне. Вот хочу вам показать, какой, в принципе, это рынок. Потому что, когда вы сюда приезжаете, допустим, на КМВ, на отдых, там, отдохнуть, вы столкнетесь с тем, то, что в буклетах, куда поехать отдохнуть, будет написано везде «Шубный мир», там, купите шубу. Вот сейчас я вам покажу, где покупают местные шубы, женские, мужские шубы, неважно, и где цены более-менее адекватные и качество хорошее. Ну, наверное, не шубу, а, возможно, кожаную куртку на меху. Ну мужскую. Да, кожаная куртка на меху. Да. Там уже можно и женскую купить шубу. Сейчас мы сюда заехали, сейчас поставим машину, где стоит полтинник, и пойдем уже отсюда туда наверх, где шубу продают. Написано меха, там шубы. Сейчас туда мы пойдем. Здесь можно ставить где угодно машину, то есть большая стоянка. Здесь практически никогда никто ничего не ставит машину. Сейчас ближе туда нам поставим. Вот. Рынок вообще огромнейший, просто. Блин, каких размеров. Мне кажется, даже в Москве вот мы были на садоводе. Даже садовод меньших размеров, чем этот рынок. Так, вот сзади нас, получается, ряды идут. Они большие, там продают всякую всячину. То есть шмотки обычные, что там, ну, тысячу мелочей. Там, все, да, что можно продать на рынке. Да, там все, что есть. То есть это не то, что ты, ну, как сейчас показал, это нет, это как бы малая часть этого рынка. Вот она, огромная стоянка, она прям реально огромнейшая и полупустая. Сейчас 10 часов дня, никого нету, вон они меха, сейчас мы туда зайдем и потом перейдем через подземный переход, где на улице продают люди. Сейчас идем обратно. Купили, поторговались, посмотрели, померили. Взяли ту, которая идеально вообще по спине сидит. В плечах замечательно. Долго думали, сомневались вообще. Все, в общем, купили мы. Вот он. Чтобы не казалось, что мы сейчас пиарим мир меха, мы его не пиарим, но просто мы заходили здесь, которые на магазины на улице стоят,
предлагают отвратительно стармодный фасон. То, что я не знаю, там Андрей говорит, мне нужен меховой воротник, мне нужен, там, допустим, чтобы мех в рукавах был, они предлагают совсем другое, начинают какую-то хрень втирать. Нет, с высокомерием. Я предварительно вчера ночью смотрел, как правильно выбирать шубу до 2 часов ночи, даже до 3 утра. Я смотрел, как выбирать шубу, как выбирать, в принципе, там, кожаную шубу, кожанку, чтобы она была на меху. Я полностью там все пересмотрел, весь YouTube, я понял, что там швов не было, что там она, ну, какое качество. И вот сегодня конкретно пришел за этим. И, конечно, люди начали нам впаривать какую-то херню. Откровенную. Но мы походили, посмотрели, поискали. Самое оптимальное, это вот мир меха. Ну, во всяком случае, нам понравилось, да, по нашим критериям. На улице там вот мы заходили, в которой там... Там вообще не алло. Там такие фасоны, которые, мне кажется, были популярны в 90-х годах. Они как бы по цене дешевле, конечно, стоят, но фасон там... Ну как дешевле? Черт дешевле ты бы ни одной цены не назвали. За такую же цену, как и ты взял. Да. Кстати, и я взял... Говорили, сказать цену? Говори, чушь. Короче, мы сторговались и купили за 40 тысяч. Да, за 40. Вот куртка вышла 40 тысяч. Но если бы я... Это причем она вся... Внутри это был в рукавах мех. В рукавах мех. Потом... Так, в принципе, полочка и спинка, все это мех. По-моему, мех это идет козлик, рукава козлика, кто-то другой. Да. И воротник я забыла. Тоже козлик, по-моему. Не, или... он мягче, чем козлик. А, или мягче. Но она вся из меха. Когда мы покупали 3 года назад на садоводе, мы купили волка. Может, и собака была, черт. Сшита из мелких кусочков, да, и, черт, и вообще. Полочка, и спинка. А в рукавах был искусственный мех. Ну, да. Долго она и она прослужила 2,5 года. И это даже была года. Не кожа, потому что это начало просто, сама как кожа, да, эта дерматина, стала просто сыпаться. Какая, ну, это кожа? Такое говно, вот мы туда купили ее за 28, я ее купил, тоже торговался. Но это полное говнище. Вот сейчас вот мы купили за 40, считаю, в 2 раза дороже, но это реально кожа, ну это, блин, даже чувствуется, что это действительно прям охрененная кожа. Так что если ехать за чем-то меховым изделием, лучше ехать в Пятигорск. Да, приехали в Пятигорск, на Людмилу приехали. Отдохнули, по горам съездили, на Эльбрус, на Домбай, я не знаю. В Джилусу. Архыз, в Чегемские водопады, по Машуку, по Железноводску, Кисловодску погуляли, купили себе мех и можете ехать, да, домой. Что тут? В основном такси приезжают, вот москвичи сюда приезжают. На курорт. Да, и покупают купить меха, потому что, в принципе, оно всегда, сколько здесь живу, мне кажется, с 80-х годов, это считай, была как столица, именно меховая столица, грубо говоря, России, где, в принципе, отшивались шубы на всю Россию. То есть, если... В мир меха там как раз все идут чипированные, с какими-то там, не знаю, подбательными знаками. Да, то есть это в смысле то, что вы покупаете прям... на настоящую вещь, то есть не подделку, а именно с чипом. Те, которые на рынке стоят, у них такого нет. Да, там они без чипа там. Может, конечно, есть, но я не спрашивал, я как-то... Ни у одного изделия не увидела. Да. А здесь именно действительно вещь хорошая, такая качественная. Так что будем туда заходить, посмотрите. Погнали дальше. Трип по родственникам новогодний продолжается. Сейчас мы поедем в вершину Плазу. А, кстати, расскажи про куртку. Вот мы хотим купить сейчас пуховик, как Катя. Обычный пуховик, что рассказывать? Да, обычный пуховик. Вот мы, кстати, 3 года назад покупали на садоводе Кате шубу из норки. Но вот я, назад, да, 5 лет. Я сейчас хочу приехать, проверить ее вообще, она, ну, настоящая или нет. Я вчера посмотрел, как проверять. Это тогда, наверное, в конце видео получится будет, да, проверка шубы. Ага. Ну ладно. А сейчас смотрите до конца. Да. А здесь мы сейчас поспрашивали, сколько стоят женские шубы. Сколько нам сказали? 60 где-то, вот так где-то. Ну как шубы? Шубы я не спрашивала. Я спрашивала то, что мне понравилось по фасону. Ну тоже в среднем там порядка 35 это стоит. Да, 35, да. Ну за 60 вы можете купить охеревшую себе шубу, просто охренительную на женщину. Погнали дальше. Да. Так, ну вот я пришел домой. Вот она, куртка, которую я купил. Сейчас я вам покажу, как проверять подлинность этой куртки. В принципе, я что-то затупил, когда выбирал, можно было и там посмотреть по QR-коду. Это вот вам на будущее, кто если будет покупать куртки с мехом. Сейчас все современные куртки, которые продаются на рынке, они все чипированы, и там вся информация про эту куртку есть. Вот он сам чип. Вот он, видите, QR-код. Берем, значит, телефон, сканируем. Вот он его сканирует. Опа, видите? Написал прям кис на меховые изделия. Вот он, выскочил QR-код. Я нажимаю сюда.
высветилась ссылка на переход. И вот мы что видим. Сейчас я приближу. Вот видите, номер контрольного знака. Вот он совпадает полностью в конце 25-18. И поехали. Значит, куртка коза черный. 4X1 краш. То есть это крашеная. Коза, Россия, ИП по шейках, кто это делает. Потом продавец, кто продает, индивидуальный предприниматель Афунова Майя. И вот пишется, крашеный мех. Да, крашеный мех это. То есть вот так. Но я это и знал, что когда я покупал, что это крашеный, потому что по нему даже видно, что он слишком черный. И по нему видно, что он немножко крашеный. Именно вот воротник, он вот этот воротник, он не крашеный. То есть там, когда продуваешь его, там внутри видно белое. То есть вот это не крашеное. А внутрь, вот эта часть, она крашеная, но она теплая. То есть еще нужно смотреть, чтобы было правильно. То есть если оно крашено, в этом еще страшного нет. Главное, чтобы они правильно обработали шерсть. Бренд, я смотрю, вот размеры и цвет черный. То есть вот она. Вот такой вот у вас. То есть вы пришли, отсканировали этот QR-код, у вас вот это вот... Штука такая появляется, ссылка, вы по ней переходите и читаете про это изделие. Там все будет написано, как оно есть. Очень удобно. Ну вот, классно. Очень теплая. Ну, похожу в ней, в Москву приеду, сниму видео и расскажу, как она вообще ведет себя в носке. Опять на меня? Не смотрите. Вот все снимаю, я не одна приеду. А вы просто нервы лечите. Я все вижу.